Продолжаем выпуск. В Каспийске почтили память погибших при взрыве жилого дома. Ровно 22 года назад в результате террористического акта здесь погибло 68 человек. Среди них 21 ребенок. Это военнослужащие пограничного отряда и их семьи. Сотни людей, родственники, друзья, коллеги и местные жители почтили память жертв теракта минутой молчания. После возложили цветы к памятнику, который установлен на том же месте, где произошла трагедия. Никто не имеет права, никто не дал права убивать людей. Как мать, я обращаюсь ко всем, чтобы такое больше в жизни не повторилось. Нигде, не только в Дагестане, и на всей нашей земле. Когда 20-летие отмечали, приезжали дети, грудные дети, которые были, им было уже по 20 лет, и мы отмечали встречу. Конечно, они ничего не понимали, о чем мы говорим, но они знали, что они потеряли близких людей своих.